Гибрид очень жесткий. Всем здорова! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобою, наконец-то, сегодня поглядим Скибиди Туалет 63-я серия. И притом она, ребята, почти 2 минуты длится. Блин, это очень круто. Не зря ждали, притом так долго, ребят. Лайкосик обязательно, как можно больше сейчас лайков запилите, ребят. Также залетайте в Телеграм, это очень важно. Погнали, погнали смотреть. Боже, что? Ручки какие-то, смотри. Ох, неприятный массаж иглоукалывания, я не люблю. Опа, ох, какой, смотри, ляп. Гибрид очень жесткий. Что? Офигеть, реально? Рэймон, бешеные кролики, ребята. Оу, брат, да, лучше. Офигеть просто. Офигеть, теперь гибриды не только. У скибидистов, да, ребят. Слушай, ну это просто офигенная вообще серия, но, блин, реально, что происходит-то? Ну, не, на самом деле прикольно, вот, но, блин, я все время постоянно говорю, ребят, знаете что, в каждой серии, вот на постоянке, вот сейчас стало как, что постоянно скибидисты проигрывают, ну, в конце, в начале, типа, немного такие крутые, а потом в конце опять они что-то, ну, как-то разваливаются, и все, хотя вот показали новые виды, хотя прошлая серия, кстати, 62-я, там наоборот, скибидисты показали, а в начале было, играли бедным, прям как мячиком, может, ты помнишь. Ну, давай еще раз поглядим с тобой, чисто такой маленький мини-разборчик, в основном будем, конечно, у других смотреть. В общем, стреляют из пушки. Это прикольно. Это была бы очень крутая игра, ребят. Это была бы офигенная игра. Вот правда, чтобы вот так... Ну, по факту, просто в Гаррис Мод зайти, да, ребят? По идее. То есть раз, бац, все. Шняпс. Ребята, трямсик такой небольшой. Найс. Ну, вот это не очень найс. Но вот этот паук, это, конечно, жестко. Это жестко, ребята. Правда. Оторвал. Пушка не помогла. Или помогла? Ну да, он его как бы застанил. И просто раз, и все. Чел хорош. А что это, кстати, было? Погоди. А почему так? Секунду. Он сказал нет, типа? А почему? Почему он не помог, кстати, ребята? Видели? Типа я не буду... Странно. Это, если честно, было странно, потому что он как бы ему помог в плане уничтожил туалет, но руку не дал. Типа не время, потому что ножи у него там. Интересно. Ну вот это жесть. Это жесть. Это очень крутой чел. Вот реально. Понял? Да, он наушники. Наушники убрал. Флэш. Камерамен, офигеть. Это жестко. Это жестко, ребят. Бамц. Это реально ржачно, ребят. Юморок такой еще, да. Нормально. Осуждаю. Не надо брать.
Раз и все. Все, и под конец он, видишь, оглушил. Ну, нормально. Ну, это, конечно, я не знаю, как это комментировать, потому что скибиди самолет. Ну, это крутая идея. Это крутая идея, но, видишь, что-то не фартануло, не получилось. Вот. Титан летит, кстати, камерамен. В общем, пока все у нас хорошо. Пока у нас все хорошо, как говорится. Ну что же, друзья, надеюсь, вам понравилось. Сейчас пойдем разборчик от Фордова посмотрим, ребят. Ну что же, друзья, а сейчас мы с тобой поглядим разборчик от Фордова на Скибиди Туалет 62 серия. В общем, давай посмотрим. Тоже очень крутая серия, ребят. Вы помните, что ученый прилетел и... Пришла новая серия Скибиди Туалет. В ней нам показали новые разработки скибидистов и еще персонажа Дафака, который помогает агентам. Перед выходом эпизода были слиты целых 3 скриншота. Если ты хочешь следить за спойлерами, то советую подписаться на мой телеграм, ссылка будет в описании. И не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Также, если это видео наберет 10 тысяч лайков, то я буду очень рад. Начинается все с того, что двое ремонтников чинят одного раненого камерамена. На заднем фоне в это время отдыхает другой агент, попивая какой-то напиток с пушкой в руках. Странно, что камерамены могут что-то пить, ведь по сути они являются роботами. Могу лишь предположить, что в стакане находится, например, масло, чтобы смазать механизмы внутри. Камерамена починили, и он встает, и как будто не понимает, что... На секундочку, ребята, а вы помните, была серия, где они вроде как и попкорн ели? Помните это? Когда еще первый раз камерамен Титан был, и они там попкорн вот так вот хавали. Было такое. Что вокруг происходит, но в конечном итоге осознает, что он жив. Слышен шум, и оператор смотрит на второй этаж, и мы видим, как большой камерамен выкидывает из окна скибидиста, и его ловит другой, большой агент, который в свою очередь кидает его большому спикермену. Тот с помощью звуковой волны от своей колонки случайно уничтожает его. Камерамен расстроился, что его игрушку вот так сломали, да и сам спикермен, видимо, не хотел этого. Как мы видим из этих сцен... И вот, кстати, ребят, вот ставь плюсик, если тебе тоже жалко бедного скибидиста, потому что, ну реально, как-то я не... Так я не знаю, ребят, на самом деле мы везде там их жалеем, это правда, но вот в этой серии уже даже жалеть не надо, потому что они очень становятся сильными, благодаря ученому, конечно. Все вокруг находятся в расслабленном состоянии. Но вот этого, кто-то правда, жалко напитки, прям, кто-то сидит бедного, на зданиях, маленького. Но кто-то решил поиграть в мячик при помощи скибидиста. Происходит взрыв, и на агентов нападает целая толпа скибидистов, и также скибидисты-вертолеты. Но тут появляется черный туман, и это та самая технология телепортации ТВ-менов. Но из черного тумана виднеется не ТВ-мен Титан, а скибидист-ученый. Он полностью освоил технологию ТВ-менов и уже может ее использовать. Он что-то говорит и использует колонку, которую он снял с ТВ-мена Титана, и сильно оглушает всех агентов. Но наш оператор находит наушники, которые ему подкинул какой-то человек, скорее всего, персонаж Дафака. Мы видим, что он спокойно стоит, и ему все равно на звуковую волну, и он также спокойно уходит. Вокруг все камерамены начинают вырубаться и терять сознание, а один из них даже начинает дымиться, что говорит о том, что звуковая волна очень сильная. Ну и это еще не все. В небе прилетает Джимен в наушниках. Видимо, против данной звуковой волны. Он лазером уничтожает всех, кого видит. Также в небе летит новый вид скибидиста. Скибидист-самолет, который сбрасывает бомбы. А слева появляется еще новый вид. Именно скибидист с длинными ногами. Он очень похож на Страйдера из Half-Life. Также, как видно, все скибидисты в наушниках. Самолеты с ремонтниками начинают сбивать. И в конце нам показывают новое оружие против агентов. Гибриды агентов и скибидистов. Они приближаются к оператору, и на этом серия заканчивается. А теперь давайте разберем все, что произошло в данной серии, и мои теории. Начнем с таинственного персонажа. Видимо, он очень сильный, раз ему все равно на звуковую волну. Либо же он имеет другую способность, с помощью которой никто и ничто не может причинить ему вред. Скорее всего, также его никто не видит, а лишь на записи можно его заметить. Но зачем ему давать наушники оператору? Как по мне, он хочет, чтобы оператор смог передать информацию о том,
том, что случилось в этом месте. Ведь, как мы помним, камерамены могут транслировать через ТВ-менов то, что они видят. А нужно ему это для своих целей. Возможно, он хочет, чтобы агенты временно начали побеждать. И данная информация им сильно поможет в этом. Также видно, что персонаж Дафака стал вмешиваться в происходящее напрямую. Видимо, вскоре нам все-таки покажут, чего он хочет, и раскроют его силы. А теперь о новых изобретениях скибидистов. Заострять внимание на скибидисте самолете или страйдере я не вижу смысла, а вот гибриды – другое дело. Как вы помните, нам уже показывали некий гибрид спикермена и скибидиста, но на этот раз все по-другому. Они явно созданы с другой технологией и стали умнее и мощнее. Раз нам показали двух, то может их уже намного больше. Это не какой-то редкий вид, как скибидист Флэш, который в единственном экземпляре. По сути, сам унитаз просто цепляется к телу агента. Но у меня появилась очень важная мысль. Раз из обычных агентов можно создавать гибрид, то, скорее всего, это возможно сделать также с Титаном. И когда-нибудь, я думаю, мы увидим Титана-скибидиста. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Поставь лайк и... Кстати, уже на самом деле, ребята, уже такое имеется, но в мультиверс. В общем, есть. Мультивселенная, в общем. Альтернативная. Там есть, на Ютубе тоже снимают, делают. Там все наоборот, и там как раз есть Титан, камерамен, скибидист. В общем, забавно. В общем, да, ребят, на этом все. Ставьте лайкосики как можно больше. Ребят, залетайте в Телеграм. На этом все. Бай-бай, дорогие братья.